Очень интересную историю рассказали мне мои братья-дагестанцы о силе веры человека. Да, возможно, она выдуманная, но эта история показывает о том, насколько сильна вера в человеке и что она может сделать. Один мусульманин собрался на утреннюю общую молитву в мечеть. Сделал омовение, значит, оделся во все чистое и пошел. Так как скоро уже был рассвет, он должен был успеть на утреннюю молитву. И он торопился. И не заметил, как споткнулся, упал и попал в грязь, заморал одежду. Он успокоился, встал, пошел домой переодеваться. Переоделся снова во все чистое и снова, только уже прибавил шаг, как так время поджимало. И вот уже на подходе к мечети он снова запнулся и упал, и заморал снова одежду. Побежал уже домой быстро, потому что время подходило, уже заканчивалось. И третий раз он собрался с мыслями, говорит, все, надо аккуратно дойти. И вот он только вышел из дома, к нему подбегает мужчина с фонарем, говорит, вы тут? Когда они подбежали к мечети, мусульманин, которого провожали, говорит, пойдем, брат, пойдем, пойдем, скорее, скорее. Он говорит, я не могу зайти. Почему? Потому что, говорит, я шайтан, мне нельзя туда. Но почему ты тогда освещал мне путь? Мне вообще вопрос такой, говорит, тебе, почему ты мне помогал? Шайтан говорит, вот смотри, говорит, мусульманин, когда ты первый раз, говорит, бежал на молитву, упал и пошел переоделся, говорит, Всевышний простил тебе все твои грехи. Когда ты второй раз, говорит, переоделся, Всевышний простил грехи всей твоей семье. И вот я, говорит, подумал, шайтан говорит, что если бы ты третий раз переоделся, то он, говорит, простил бы грехи всем жителям этого села, этой деревни. Вот. И, друзья мои, история настолько интересная и настолько меня она захватила. Смотрите, просто сила веры человека сделала так, что даже шайтан испугался, что грехи простят всем, и он освещал дорогу человеку.